Здравствуйте, в эфире Вести Телеком, с вами Валентина Алексеева. В сфере услуг Wi-Fi нужен не только клиентам. Грамотное его использование поможет предпринимателю решать маркетинговые задачи и получать дополнительный доход. Здоровье и комфорт пациентов превыше всего, считают в стоматологической клинике, а потому пристальное внимание уделяют не только качеству медицинской помощи, но и атмосфере. Для удобства клиентов в клинике развернули бесплатный Wi-Fi. Посетители через СМС авторизуются в сети и прежде чем выйти в интернет, попадают на стартовую страницу с информацией об акциях и предложениях клиники. Это отличный способ ненавязчиво информировать гостей о маркетинговых инициативах и меньше тратить на рекламу. Wi-Fi мы подключили вместе с проводным интернетом. В пакете услуг получается дешевле, чем по отдельности. Удобно, когда не нужно искать оборудование, искать людей, которые бы все это подключили. Специалисты провайдера все сделали быстро и качественно. В личном кабинете мы самостоятельно можем контролировать длительность клиентских сессий и скорость потока. Также самостоятельно менять стартовые веб-страницы, тем самым увеличивая трафик на сайт. В режиме онлайн мы можем отслеживать количество посещений. Управляемый Wi-Fi позволяет организовать несколько видов доступа к сети – абонентский для сотрудников и гостевой для посетителей. Первое, что я делаю, когда прихожу, подключаюсь к Wi-Fi, смотрю смешные ролики, скорость позволяет. Так я себя успокаиваю перед приемом к стоматологу. Кстати, в прошлый раз при авторизации узнала о специальном предложении клиники. Теперь пользуюсь. Наша компания с радостью помогает партнерам быть в плюсе. Оборудование для подключения услуги нашим клиентам покупать не нужно. Оно предоставляется в аренду. Все сложности, связанные с его настройкой, последующим техобслуживанием, вопросами авторизации в сети в соответствии с действующим законодательством, мы берем на себя. Быстро развернуть телеком услуги и сэкономить до 50% их первоначальной стоимости поможет пакетное предложение «Быть в плюсе». В состав пакета входят фиксированный интернет и одна из услуг на выбор – управляемый Wi-Fi, интерактивное ТВ, виртуальная АТС, мобильная связь. При подключении дополнительных сервисов для заказчиков будут действовать специальные цены. Да и выбор компании в качестве единого поставщика IT-решений удобен. Один счет – одна сервисная поддержка. На этом все. Смотрите программу «Вести Телеком», чтобы быть в курсе последних телеком-новостей.